Приветствую всех друзей. Снова я, Сергей Русский, Север для вас. Вчера было достаточно бурное обсуждение первого моего видеообращения по поводу алкоголизма и по поводу алкоголя. Хочу пояснить и ответить на некоторые вопросы. Значит, моя позиция такова. Почему я это делаю? Первое. Прежде всего для самого себя. Мы каждый делаем основные вещи для самого себя, да, и это, наверное, правильно. Для своей семьи, для своей страны в итоге. Так вот, первое. Почему? Прежде всего, потому, чтобы самому заднюю не включать уже. Потому что я публично обратился, да? Уже будет стыдно просто. Если взялся за гуш, не говори, что не идешь. Для самого себя это я делаю. Второе. Для тех людей, которые поддержат меня, я постараюсь сделать так, что вот семерых человек убедить в правоте своих действий и в правоте своего образа жизни. Потому что хочется жить нам всем, хочется жить только созидателями. Я очень постараюсь сделать так, как говорят, вот наркоманы обязаны просто, их демоны обязывают семерых подсадить на иглу. Так вот у меня наоборот, я постараюсь 7 человек убедить в том, что надо вести трезвый образ жизни и быть созидателями на этой планете. Для своих детей, для своей семьи, для своей страны. Вот такая у меня позиция. А если эти 7 дадут мне слово, что каждый из них, еще 7, убедит в правоте своих действий и в правоте трезвого образа жизни, то вот вам и будет геометрическая прогрессия. Я думаю, что это очень правильное движение, да? 7, да? Мы же все такие семейщики. И в армии, и в местах лишения свободы, и на свободе, и в коллективах там творческих, и в коллективах друзей и так далее, да? Так вот, мне кажется, движение такое нормальное, 7. 7 человек, как я. Как вы считаете? Все, с вами был Сергей Русских, Север. Буду продолжать. Пока.